Итак, технически у нас закодировано низкий интерес высоким кодом, высокий интерес низким кодом. Поэтому технически отрицательная связь в нашем случае является положительной связью содержательно. Итак, Кендалл и Спирман дают нам почти одинаковые величины. Эти величины статистически значимы. Для всех статистических коэффициентов прежде всего ищем в таблице слово SIG, significance. Видим, что significance во всех трех случаях меньше 0,05. Следовательно, мы отвергаем нулевую гипотезу об отсутствии связи. Нулевая гипотеза всегда постулирует, что что-то равно нулю. В данном случае, что коэффициенты в генеральной совокупности равны нулю. Мы эту гипотезу отвергаем, поскольку имеем уровень значимости significance существенно меньше 0,05. То есть, если рисовать график, то наши values, значения, уходят далеко за рамки критического значения, отсекающего 0,05, поскольку у нас существенно меньше, чем 0,05. Итак, наши values отсекают вероятность существенно меньше, чем 0,05. Они значимы, но они слабые. Почему? Потому что они гораздо ближе к нулю, нежели к единице. А границы изменения коэффициентов Кендалла и Спирмана от минус единицы до плюс единицы. В районе нуля слабая связь, в районе минус единицы сильная отрицательная связь, в районе плюс единицы сильная положительная связь. Грубо говоря, можно проинтерпретировать, что связь присутствует в нашей выборке только для 13-14% респондентов. Для других респондентов эта связь отсутствует. Давайте посмотрим конкретно на те категории, для которых эта связь присутствует. Для этого запустим остатки по хи-квадрату. Убираем наблюдаемые частоты, запускаем стандартизованные остатки. Итак, мы видим, в каких ячейках наиболее сильно проявляется связь между интересом в политике и возрастом респондента. Ячеек очень много. Чтобы лучше в них ориентироваться, перенесем эту таблицу на чистый лист Excel. Перенесли эту табличку. Воспользуемся условным форматированием, чтобы получить визуально остатки, которые больше 1,96, поскольку 1,96 – это критическое значение стандартизованного остатка, именно стандартизованного, которое в большинстве случаев говорит о наличии связи между данными категориями.